Приветствую всех на канале подписчиков, случайных зрителей. Сейчас я вам по-быстрому расскажу, как определить штамп 10-копеечной монеты 1992, а именно штамп 21ВАМ. Смотрим на монеточку. Штамп 21, расстояние между остями отсюда до отсюда до края должно быть 12 миллиметров. Штампик 2. Тонкий трезубчик, единичка без хвостика. Это кто не знает вдруг, как определить штамп ВАМ. Смотрим на ягодки справа, на вторую гроздь. Здесь у нас тупоугольный треугольник. Смотрим самое главное налево. У нас в седьмой грозди черенок примыкает к ягодке. Здесь прямой соприкосновение. Ягоды большие, понятно. Видно без увеличения. В пятой грозди к второй ягоде подходит. Исток. Так, нолик у нас ровненький. Это у нас штамп 21ВАМ. Гурт у нас нашей монеты мелкий. По каталогу коломийца она номинальная. Ну, в принципе, реальную цену надо смотреть на аукционах по типу Виолити. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч. Всем пока.